Загадка Жака Фреско. Сколько мячей за два сезона пропало из динамовского зала? Ответы в комментариях. Еще в начале 2000-х, когда там много финалов играли, принципиальные игры с ними были. Ну, сейчас чуть атмосфера другая, но все равно это для нас очень важный матч будет. Вообще и в целом, как бы для нашей, команды, так и для турнирной таблицы. Нам нужно держать те позиции, на которых мы находимся, и стараться подняться выше. Поэтому настрой самый-самый боевой, и будем стараться биться. Что, парни, игра будет тяжелая. Я думаю, захотят они взять реванш. Поэтому настраиваемся на тяжелую вязкую игру. Нужно будет какие-то моменты все вместе перетерпеть, собраться, да, выстоять. Ну и, естественно, нашей защитой и борьбой за каждый мяч, желанием биться, парни. Другого нет у нас. Поехали все вместе! Эй! Белгород! Живо! В отличие от нашего игры на кубке, я думаю, что мы начали сразу не так, как хотели, как планировали. Миллион ошибок во всем, что только можно, просто на съеме. Удары в аут, страховка не там, где нужно, подачи в сетку, в аут. Ну, в общем, вот все ошибки, которые могли сегодня сделать, мы просто делали. Играли очень грязно. Я не знаю, с чем это связать. Наверное, будем разговаривать между собой, разбираться, почему такая игра произошла. Я думаю, мы просто ровно отыграли во всех элементах, ну и тут, несомненно, было постоянное давление подачи и блоком на соперника, и по большому счету это и сделало разницу во многих вещах, и у них очень много чего не получилось в атаке. В принципе, последние игры мы играли неплохо все, да, понятно, что команды были ниже уровнем, ниже в таблице турнирной. Но если мы хотим бороться за медали и быть наверху, то ну, такие игры просто нельзя играть. Нужно переламывать себя по ходу игры, доставать из себя какие-то эмоции, даже когда тебе тяжело. Топовые команды отличаются от обычных, когда они могут в такой ситуации, когда что-то не получается, перевернуть игру, вернуться. Вторую партию неплохо опять начали. На равных все шли, вели в счете. И какие-то у нас доигровки были, начали проблески игры появляться. Но опять одна-две ошибки в простых ситуациях. Играли с полуфиналистом Кубка России, поэтому здесь не нужно было, наверное, никого настраивать. Ребята вышли настроены, отыграли, сделали свою работу, показали просто свою игру и все. Мы сыграли команды, мы сыграли дружно, и это дало свои плоды.
А как он может быть удачный, если мы постоянно катаемся? У нас нет ни тренировок, ничего. У нас последние тренировки были на той неделе перед Оренбургом. Две. Опробуемся и играем. И сколько так будет продолжаться, даже неизвестно. Сколько, как команду мотивировать, как, чем наигрывать. Давайте мы уровень команд не будем сравнивать до этого. И, допустим, «Динамо» Москва – это уровень команды немножко другой. У нас сейчас 4 сложных игр получается. И все это у нас предстоит на выезде. Спасибо. Спасибо нашей федерации. Так что будем делать анализ и разбираться, чтобы таких игр больше у нас не было.